Всем привет! Вы на канале Лина Лори, меня зовут Лена. Сегодня я рассказываю про выставку, которая прошла 18 июля в городе Чебоксары. Мы решили посетить эту выставку, и после записи мы узнали, что больше маламутов не было зарегистрировано. Лиза, конечно же, выиграла у самой себя в сложной конкуренции сама с собой. Она стала лучшим представителем породы. Вот сейчас она у вас на экранах, и мы бегаем. Кстати, жара была просто ужасная, но об этом я расскажу чуть позднее. Сейчас ее судит Патрина, эксперт прекрасный. И знаете, какое мы получили описание? Сука, достойное звание чемпиона. Все, просто в описании написано, что она достойна чемпионства. Сейчас мы уже закрываем интерчемпионы, и нам эти саски были ни к чему, поэтому расширенное описание нам было не нужно. Это была первая выставка, и сразу же за ней начиналась вторая. Сейчас будет ринг уже бестов. Звук я не буду убирать, потому что тут самое интересное. Это бест-группы. Что такое бест-группы? Это когда выставляются шпицеобразные собаки. Все, от маленьких шпицов до акит. Там, видите, самоед, сиба. Конкурентов много и все разных пород. Это только пятая группа. Эксперт сделала свой выбор. Она идет к пьедесталу почета. Мы выиграли на этой выставке второе место в группе. То есть из всех лучших собак этих пород мы были вторыми. Следующий ринг был у Патрины. Лен, давай. Это меня подгоняет моя подруга. Сначала Кулешовы, помните, да? Давай, давай. Оль, Кулешов, мыши. Мыши, 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 Кулешовы, да? Пошли. Сейчас происходит отбор. Скажу про жару. На улице было 35 градусов. На асфальте плавились резиновые подошвы. Собаки не могли спокойно стоять, и это видно в следующем бесте. Заметьте, одна Лиза стоит в бесте и виляет хвостиком. Все собаки встали и замерли. Кто-то грустный, кто-то веселый. А Лиза у нас вечно на позитиве. Эксперт сделала выбор. Теперь отправляется к пьедесталу. Второе место, американская акита. И первое место, аляска. Ну куда без возгласов радости? Да, мы выиграли в группе первое место. И все, кто в группе выиграл первое место, может участвовать в большом бесте. Что такое большой бест? Все собаки, лучшие собаки всех групп. Лучшая собака первой группы, лучшая собака второй группы, третьей, четвертой, пятой. И до десятой участвуют в отборе на лучшую собаку выставки. Третье. Американский сапожинский терьер. Четвертое. Такса. Пятое. Аляскинский мамон. Акита вышла не в свой ринг. Ее попросили. Она случайно перепутала. Седьмая. Дредхар. Восьмая. Американский кокер сплит. Девятое. Большой пудель. Из 10 собак, лучших собак в каждой группе, то есть пород существует где-то там, предположим, 200, ну, существует их 400, но, предположим, участвовало 200. В каждой породе была выбрана своя лучшая собака. Потом в каждой группе мы прошли отбор самой лучшей собаки. И просто попасть в большой бест, это очень сложно. Но мы это сделали. И эксперт делает выбор, всех благодарит, и все уходят с ринга. Потом вызывают только победителей. На абсолютно пустой ринг выходят только победители. И так как я не знаю, то ли в меня никто не верил, то ли еще что-то, этот момент не снимали. И сняли уже момент, ну, фотографию, когда мы стояли на большом бесте. Итак, вот мы вторые из 500 собак выставки. Мы стали второй лучшей собакой, но я все равно считаю, это очень большой победой. Мы привезли домой подарки. Мы сфотографировались с сыном. Кстати, Викин сын еще продается. Спасибо, что смотрели нас. И до скорых встреч!